Всем привет! Сегодня у нас на обзоре две вентиляционные решетки от компании Schieberg. Решетка Profi и решетка Schieberg Mini. Обе решетки под скрытый монтаж и имеют небольшие, но достаточно важные отличия. Давайте рассмотрим решетку Schieberg Profi. Она монтируется изначально на конструкцию стены либо потолка до чистовой отделки. И данная решетка предполагает, что вы можете внутреннюю часть заполнить либо плиткой, либо это будет какая-то фактурная штукатурка, ну, либо это будет просто гипс плоский под покраску. Дело в том, что внутренняя часть ее будет иметь несколько вариантов финишной отделки. В конечном итоге клиент видит только узкую щель. Ну, данная решетка со щелью в 1 см. Они бывают в 15 и в 20 мм. Как бы. Вот. Для отделочников внутренняя часть она вытаскивается достаточно плотно, на магнитах сидит. Сейчас мы ее вытащим. Вот таким образом она вытаскивается. И отделочники могут запросто ее заполнить конечным чистовым покрытием. Как это выглядит со стороны стены? Если взять решетку, вот она, например, у нас установлена на стене. Uh-huh. Вот. Решетка, как это выглядит с конечным слоем? Вот мы взяли дощечку для того, чтобы просто смоделировать, как это может быть. У вас это может быть гипсоплита, штукатурка, плитка, возможно, это доска. Вот таким образом у нас она примкнет. Внутренняя поверхность, внутренняя часть этой решетки будет тоже заполнена таким же материалом. И в конечном итоге вы, как клиент, будете видеть только черную декоративную щель, из которой будет воздух либо подаваться, либо удаляться. А эта решетка у нас Schieberg Profi. Теперь посмотрим на решетку Schieberg Mini. Она немножечко проще. Она предполагает тоже монтаж скрытый. То есть она монтируется на стадии до чистовой отделки. Монтируется она на вентиляционный адаптер. Здесь дальше идет вентиляционная сеть. С этой стороны вот так вот возьмем, примкнув к стене, господа отделочники укладывают монтажную ленту и закрывают вот эти вот отверстия штукатуркой, шпаклевкой, тонким слоем. Внутренняя часть, в отличие от решетки Schieberg Profi, не имеет углубления для того, чтобы сделать какую-то фактуру или положить сюда плитку, либо какой-то внутренний материал, как бы там вот доску, чтобы это декоративно выглядело. Внутренняя часть решетки Schieberg Mini предполагает покраску. То есть это больше для таких стен, которые либо с обоями, либо они под покраску. То есть вот у нее точно так же внутренняя часть вытаскивается, она отдельно красится и потом уже устанавливается, тут тоже мощные магниты, устанавливается внутрь. Вот такие две вентиляционные решетки, которые мы применяем на наших объектах. Вот, да, можно снять видео поближе. Такое технологическое решение.